Теперь Елена у нас. Мой Бог, единый просветитель, источник мудрости людей, души больной моей целитель, учитель совести моей, скажи, ну как мне дальше жить? Как жить по словам Твоему? Как жизнь перекроить и сшить? Как выйти в свет, покинуть тьму? Хочу любить и быть любимой, с Твоей всегда идти звездой. Ты даришь людям свет и силу, напоишь святости водой. Будь милостив, Создатель сильный, даруй нам, грешникам, тепло. И защищай крестом крестильным, благослови мое чело. 2004 год. А как называется? А, мой Бог, единый просветитель. Ой, ты вообще молодец. Прямо иллюминатские стихи. Да, не, она же в группу-то тоже писала, потом вышла из группы. Без стихов сидим без стихов. Да.